Я сейчас буду бежать в... Блин! И ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, The Robit, Макс Киллер, Кефирчик, Фионикс, пацанчики, поздоровайтесь. Привет всем. Гутен Морген всем. Привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что у нас будет убивать фиолетовый человек, за которого играет подписчик. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем убегать и выживать от Пурпулгая. Поехали. Давай, покажи, на что ты способен. Пацаны, будьте внимательны, это псих. Я же забыл, Серега, что он когда машет, он останавливается. Тут надо, то есть, именно подловить четко или наперед ударить. Так, ребята, ну что, напишите в комментариях, кто же первый умрет. И сможем мы или Серега остаться в конце вдвоем живые. Будет интересно посмотреть. Кстати, и знаете что? Напишите в комментариях, как вы проведете свое лето, летние каникулы. Мне будет интересно почитать. Мы свое лето проведем в Гаррис Моде. Классно. Так и будет, так и будет. Или можете написать, какие ваши любимые игры и какие вы будете летом играть. Где этот челик? Дурак, что ли? Эй, ножик затопишь. Я уже испугался. Он еще никого не убил, пацаны? А нет. Ай-яй-яй-яй, молодец. А я его не вижу. Кстати, надо быть очень внимательным. Я вижу. Давай, мочи кого-то. Ну, хоть кого-то убей. То есть ты должен предугадать и наперед ударить. Ну-ка. На тебе. Он убьет. Сейчас главное, что он, если он одного убьет, уже их будет двое. Будет, ребята, намного проще выживать фиолетовым челиком. Ну а нам будет сложнее выживать. Слышь, Серега, будь внимательнее. Он на расстоянии. Серега, будь внимательнее. Эй, ты сейчас умрешь. Я хочу, чтобы мы с тобой последние остались, на выжившие. Я издеваюсь над ним, я дразню его. Не-не-не, ты так не убьешь. Кстати, ребята, мы специально взяли игрока, который очень плохо умеет играть. Так что будет очень весело. Серега, 20 серий спустя никого не убил. Ну зачем ты это сделал? Ну зачем? А можно взять вечно? Нет. Только выживание своими силами. Так будет нечестно. Мы хотим, чтобы все было... О, их двое, ребята. Это очень опасно. Это очень опасно. Иди, вы ж, пацаны, друг друга не убейте, а то будет угарчик. Так, я встану в углу. Серега, я встану в углу карты, я буду их двоих видеть. Вот так вот стою. Давай. Нет, я вижу, он уже приближается. А можно подождать, пока он замахнется, а потом отбежать последний. Да, я все правильно делаю. Все, у нас пока... Эй, ты дурак с детства. Серега, я в дом бегу. Давай. А я это в подземный лабиринт. О, отлично, нычка. Я заныкался. Серега, зря ты забежал в подземку, потому что если ты будешь стоять в проходе, он сможет тебя убить. Тут два выхода, ничего страшного. А, два выхода. Один на волю, один на смерть. Третьего не суждено. Так, а я заныкался в уголку карты, но я на улице, и мне реально тяжело будет найти, но очень легко убить. Он побежал, за Дина, смотри. Серега! Я буду стоять до последнего. Нет, я передумал. Я последний момент передумал. Ой, я буду среди деревьев убегать. Ла-ла-ла-ла-ла. Побежал вниз. Он за мной побежал. Я вижу. Догони меня, вонючка. Слышь ты, фиолетовый чилипиздрик. Ха-ха, давно это с тобой не говорил. Эй-эй-эй-эй, Серега, я сейчас умру из-за тебя. Из-за меня? Ха-ха, ну, знаешь, кого-то обвинить. Эй, легче, новая голова. Блин, прикольное выживание, мне нравится. Надеюсь, ребята, вам тоже понравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Мы выпускаем 2 ролика в день. Эй, быстро смотри. Так, бежит. Я вижу, надо сразу отбегать, потому что у него удар очень большой радиус имеет. Надо валить, короче, с этого парка развлечений. Ой. Ух ты! Ты что меня зажимаешь? Я чуть не проиграл. Ого, ребята, прям ножичек возле спины пролетел. Так, их двое пока мись? Да. Представляешь, Серега, в конце их сколько будет, а нас будет выживших мало. Это будет вообще легко нас убивать. Спринг-трапа переключился. Нельзя на спринг-трапа, ребята, только пурпулгай, так нечестно. Или просто орёт. А, может, просто звуки издает такие, как у него. Давай, мочи, я буду уже сзади тебя стоять. Эй, ты ножик свой испоганься.
Так, пока мест прикольно, мне нравится убегать. Вот-вот рядом и попадет. А куда кинуть? Ну что ты мне сделаешь, я тут. Серега, смотри, вот так догуляешься. Вот давай его будем троллить. Давай. Серега, он так тебя убьет. Они друг друга мочат. Серега! Ну я же сказал тебе, ну пожалуйста, Серега, ну как так-то? Так, теперь у нас будет, ого, уже трое фиолетовых челиков. Ребята, немножечко даже страшно. Слышь, ты отвали от меня. Я буду добрым человеком. Не-не-не-не-не. Не, ребята, Серега, я не буду так с тобой гулять. Я не буду гулять, как ты. Не, давайте без этого спринтрапа. Не, а какой спринтрап? Я без крейн. Серега! Сережечка, нет, нет. Да, еще бы чуть-чуть, ты бы попал по мне. Ребята, я буду просто бежать, бесконечно бежать. Слышишь? Алло, Фич, отстань! Ребята, очень страшно, я прыгаю. Прыгаю как псих. Как дикая лань убегаю. Давай. Есть большой плюс, что когда вы бьете, вы останавливаетесь. Мне это очень нравится. Опа! Я в подвал сейчас убегу. Я сейчас буду бежать в подвал. Блин! Я прям на ножик прыгнул. Блин, это было жестко. Блин, ну Серега. Ну скажи им. Так, а кто остался в живых? Остался Макс Киллер, King of Fire. Давайте все вместе, все вместе. Блин, чувак на опережение ударил. Представляешь, он как знал, что я туда бегу. Красавчик. Я, короче, прыгнул, а ножик торчал в животе у меня. Ножик в печени, ты не вечен. Точно, ножик в печень, ты не вечен. Все гениально и просто. Так, вы думаете, он не внутри? Я проверяю лабиринт сейчас, может в лабиринте где-то тут ходит. Так, а я думаю, что один из них в доме может быть. Да, скорее всего, надо проверить дом. Ищите King of Fire, он пропал куда-то. Но есть большой плюс, что мы можем через стену убивать. То есть можно прочекивать там комнаты. Нету. Слышь ты! Ну-ка, деревьевич, проверю. Вот он, Серега! Там где парк деревьев? О, я, кстати, в нем, я бегу. Так, я переключил камеру поближе, чтобы видеть. О. Так, все за ним. Такие психи, мне нравится, как он ножик над головой держит. А я его потерял. Он в лабиринт хочет, я ему не дам в лабиринт уйти. Он не в лабиринте, он это... Я проверял, видишь, Серега, тоже заметил, что он не в лабиринте. Ну давайте, все за ним, все за ним. Что-то все разговаривают за него. Он в лабиринт ушел. Да, он пошутил, наверное, он не в лабиринте, так специально говорит. Он, не, в лабиринт забежал. Да? Да. А давай, выходи, подлец, я тебе буду ножичком чикать. Блин, ну как это? Я нажимал и в последний момент отвернулся. Блин, надо было стоять и дальше жмякать. Профтыкейшн, ребята, ну ничего. Мы его поймаем, хоть одного хочу убить. Он опять в лабиринт забежал, видел, как дверь закрылась. Я проверяю. Ой, не того нажал, понял. Хотел телепортироваться, вспомнил, что нельзя. Убили. Еще один остался. King of Fire. Fucking shit. Выходи. Он в лабиринте или нет? Не знаю. Просто чикаем в пустое место. В лабиринте. Вот, блин, извини. Ого, вас тут сколько, его нету. А где он? Отлично. Ну что, ребята, теперь у нас дуэль. Каждый сам за себя. Давай, дерись. А по сколько его носят, когда ножичком чикаешь? Половину хп, по-моему, два удара и все. Так, кто проигрывает, больше не участвует. Просто смотрит на других. Так, The Robot умер. The Robot не участвует. Блин, замедление такое в ударе. Давай, деритесь, пацаны, деритесь. Я снеговиков буду чикать сейчас.
Не-не-не-не-не, отвали! Слышь ты! Подлец! Серега, ты жива еще? Да, я вот тут. Так, ребята, битва фиолетовых челиков. Такого мы еще ни разу не делали. Отлично! Отлично! Я убил! Я убил! Я тебя хотел завалить. Нет, 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 ну Серега, ну пощади. Отвали, отвали, отвали! Отвали! Эх, блин, да что ж такое-то, не попял. Да блин, ну тяжело попасть, она очень как-то замедление. О, попал один раз по нему. Эй, слышь ты, засунь свой ножик. Да блин, не могу попасть, потому что расстояние не такое уж и большое. Сколько у тебя жизни, ХП? Сколько? 90. А, да, за два раза убивает, получается. Три удара, да? А ты, блин, отошло. Такая вакханалия творится. Так, давайте смотрим, сколько у кого ХП. Не 50. Я умер. Ну давай, Макс Киллер, давай. Ах ты, говно. Давай, подходи. Надо на Верочку попасть, ребята. Только на Верочку. Еще один удар, Тимур. Ну сейчас, он не. Ну ты видишь, он не дает. Ну блин, пацаны, напишите в комментариях, кто же выиграет, я? Ребята. Выиграл сильнейший игрок. Конечно, хоть одна дуэль, где я смог заточить. Ребята, если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, в ТикТоке, в Инстаграм. Ну а всем отличного настроения, и посмотрите мои ролики еще. Серега, как всегда, устроил вакханалию.